Всем приветики. Сегодня у меня такая ситуация случилась. В общем, я решил залить свой ролик на YouTube, который я записал. И вроде все нормально было. На компе он и по качеству видео, и по качеству аудио норм. Выложу на YouTube. А там при просмотре звук иногда так то ли пощелкивает, то ли захлебывается такое вот. Ну и то иногда случалось. Я думаю, ну может с кодеками что-то не так, через эту программу я вот записываю, может с ней что-то не так. Переделал через другую программу, ну просто пересохранил как бы. Заливаю обратно, она, во-первых, сохраняла долго, минут 15, потом заливала сюда минут 30. Сохраняю, заливаю, то же самое. Давай конвертировать через другую программу, то же самое, потом еще где-то четвертый раз такое делал. И думаю, да что такое, что? Неужели так все плохо там, типа. Уже думал, может как-то звук извлечь, переконвертировать отдельно, потом как-то все это пересохранить в другом формате его. А потом лазил там где-то, свернул как бы браузер, а оно шло воспроизведение. То есть ты как-то сворачиваешь, звук идет, то есть ну ты уже не видишь, но ты слышишь. И раз звук такой нормализовался, такой думаю, блин, так неужели проблема в браузере была? И решил обновиться. У меня получается версия сейчас стоит вот. На нее я обновился 75, а была 66. Она была постарее, и число такое 66 неприятное, как бы нехорошее. И как бы все, пропали лаги. То есть я открываю, оно идет. Все хорошо, не трещит, не хрипит, все нормально, как бы, и нет никаких проблем. Ну, блин, с одной стороны, приятно, ты вроде решил проблему, а с другой стороны, это ты полдня убил вот на поиск этой самой проблемы. Вот, так что, если у вас тоже есть какие-то проблемы там при воспроизведении видео, звука, то лучше обновить браузер до последней версии, потому что, оказывается, у меня, я обратил внимание, это само видео на какую-то долю секунды подлагивало, из-за этого звук как бы фризился и потом продолжался, и получался такой как бы треск. То есть он как бы оставляется, продолжается, такой как бы треск идет вот. А когда ты сворачиваешь, ты уже, оно уже как бы тебе не показывается. Когда вот даже наводишь, там такой черный экран был в этом маленьком окошке, а звук шел. И тогда нормально, то есть дело было в видосике, который фризился. А теперь все норм, теперь уже с новой версией вообще все хорошо, так что если у вас такие же проблемы, лучше обновитесь, и это решит вашу проблему. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.